на конкурс «Дети читают стихи». Детский сад общеразвивающего вида номер один «Березка» села имени Бабушкина Вологодской области. Дети старшей и подготовительной групп читают стихи о Дне Победы. Много праздников мы отмечаем, все танцуем и играем, поем, и красавицу осень встречаем, и нарядную елочку ждем. Но есть праздник один, самый главный, и его нам приносит весна. День Победы торжественный, славный, отмечает его вся страна. День Победы – светлый праздник, я ему так рад, потому что вместе с дедом еду на парад. Я хочу в строю военном вместе с ним пройти, знамя Красной Победы вместе с ним нести. Пусть мой дед твердо знает, буду я в строю защищать, как он смогу, я родину свою. Мы сегодня отмечаем все праздники всей страны. Помнить люди туда, то обязательно должны. Как пришла в наш край победа над фашистской ордой, мой прадедушка в ту пору был как папа молодой. Он взял жизнь именной, но напал на землю враг. Все, кто мог в бою сражаться, взяли в руки автомат. День Победы – это праздник, это вечером салют. Много флагов на параде, люди радостно поют. Ветераны с орденами вспоминают о войне, разговаривают с нами о победной той весне. Никогда мы не забываем.